25-хвилинний спогад про те, як визволяли Дніпропетровськ, і про те, як саме розгорталися події на території нашого міста. Директор телетеатру Ольга Волошина говорить. Ми хочемо розказати людям, що все-таки відбувалося тоді, коли тут не було наших військ. Як жив Дніпропетровськ? Где что располагалось. Это такой познавательный фильм, который, я надеюсь, немножечко расширит рамки событий военных лет. Вот и маленький кирпичик в историю нашего города. Виробництво стрічки зайняло півтора місяці. Сценарій режисер Наталія Огородня писала три дні. Дніпропетровськ навіть зруйнований. Його все одно можна впізнати на телеекрані. Яскрава відмінність фільму – єдина сюжетна лінія. А саме – життя дніпропетровців у часи окупації. І цей фільм вийшов по жанру чисто документальний. Тобто тут ми ж телетеатр, ми постійно використовуємо реконструкції, інсталяції, постановки якісь в своїх документалках, ну, згідно сучасному стандартам документального фільму. В этот раз я отказалась полностью от инсталляции. То есть это только вот документы, та кинохроника немецкая, советская, фотографии немецкие, которые были сняты на улицах нашего города. До фільму увійшло навіть зовсім несподіване інтерв'ю спогад жінки, яка згадувала про своє дитинство у роки війни. І женщина, ну, вже бабушка, їй 84 года, которая на тот момент была девочкой 13-летней, жила на Красном Камне, ну тогда еще это Кайдаки, в оккупированном Днепропетровске, то есть она вспоминала, как что было. И три года назад, я не знаю, жива ли эта женщина, мы записывали интервью у младшего лейтенанта 39-й гвардии стрелковой дивизии, которая переправлялась, форсировала Днепр. И вот она еще три года назад нам это все рассказала. И вот ее воспоминания, как это было в ночь с 24 на 25 октября 43-го года, тоже вошли в фильм. Я даже не знаю, жива она или нет. Під час фильму у зале царювала тиша. После перегляду втриматися від слів з глядачам важко. И мне это все сколыхнуло, я вспомнила то, что бабушка рассказывала, то, что я могу вспомнить даже в свои три года, когда гнали немцы, уже война заканчивалась через горящий мост, нас гнали с двух сторон, хотели уничтожить, но, к счастью, все закончилось хорошо. Евелина Михеленко, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.